Всем привет, с вами Дарк. Продолжаем играть в фаллических лордов. Так, я апгрейдил себе щит. Ставил там камешки. Защита от огня там 97%. То есть я теперь практически защищен от огненных монстров. В прошлой серии мы набрали кучу топ-заданий. Хрен знает, не знаю, найду я их или нет. Вот, а сейчас я вернулся тут в подземелье цитадели. Потому что тут открылся проход. И тут же что? Добрый вечер, Сигизмунд. Добрый вечер, дружище. И второй. Господа, по одному, пожалуйста. Так. Ага, испугался, да? Или что, или ты там подружку зовешь? Завис, что ли? Вылезай давай. Вообще сдается мне, что в первом прохождении я, наверное, столько вещей пропустил. Я вообще пропускаю. Так, все понятно. Ты меня заманиваешь в ловушку. Блин. Проклятие! Что за проклятие? Интересно. Какой-то клёвый, быстрый. Да и вообще, кинжал-то хорошо. Крит хорошо, только вот большая часть противников, которым бэк не поставить, которых не отрепостить и вообще, не знаю. Лучше все-таки, наверное, за бродягу играть с коротким мечом.
печати. Да еще камешек можно вставить. Так, ладно, вниз пойдем потом. Сначала все-таки... Сначала сбегаем дальше. Человеческий череп, видимо, когда мы... Снова попадем в Рагарское царство. Мы к этому, который громко орет там. Отдадим эти черепушки. Блин, что ж такое-то? Вообще разучился этим щитом парировать. Оба-на. Чего происходит? Хер его знает. Блин, не один. В этот раз они вообще... Эх. Чё ты там скачешь так, как... Ссаный карапуз. Короткий меч странный. Твою мать, а? Дебилы, а? Сколько можно сверлить, блин? Да что такое? Вот такие тут парни... Что ж такое-то, а? Рыцарь Хейда, блин, драный. В общем, непонятно. Меч какой-то тоже странный. Жал мало наносит урона, но... Так, это что? А, это тут открылось само? Ну ладно. Блин, теперь понять бы, что за фукьюла открывается этой кнопочкой, блин. Thank you.
А, может это открывается? В общем, это выход к монументам, да? Так, будем искать доп. Задания. Где они? Кто его знает? Поймешь. Твою мать, сосед, чтоб ты собака, блин. В аду горел со своей дрелью в одном месте, блин. Так, а эта дверь когда-нибудь откроется вообще? Нет? Нет. Хрен знает, где искать этих. Лабораторию там, еще что-то. Задний проход. Что это упырь не горит? Ты что тут стоишь? А ты что там делаешь? Ударов напропускал.
Красавец, Сигизмунд, а ну иди сюда. Блин. Там дружок идет, ё-моё. Блин, а. Не, ну вы здорово придумали по двое нападать. Скоты, а. Ну вот. Вот. Блин, да что, не попил, что ли? Твою мать, блин. Да, как я... Тогда вначале мучился с этими Сигизмундами, что пипец. Сейчас они вон совсем ни о чем. Это мы задний вход открыли. Так, меня вот интересует, вот эта хрень откроется вообще. Так, открылась. Это кто там, а? Ладно. Ну, попробуем, че? С этим факьюком посражаться. Кто вообще? Какой-то детеныш зверь, что ли, блин, на себе ты купила? Блин. Короче, какой-то. Зеленый человечек. Гайс, смотри. Реально, это детёныш зверя. Ух ты, тварь. Блин, взрывающиеся все. Уравнитель. Ну ладно.
Так, значит, это мы попали в самое начало. Твою мать, ты с собаками, что ли? Совсем охерел. Ой, гав-гав-гав. Блядь, что за херь была? Блин, да твою мать. Взяла собака, пожрала, блин. Что за хрень? Маленькая тварь, но... Блин. Да, ну... Не, ну конечно, в принципе, все прикольно. Только... И все как бы логично, что ты бегаешь по тем же локациям. Только мне кажется, это что-то разработчики просто. То ли у них бюджета там не хватило. Они нарисовали локацию и на ней начали сюжет. Сюжет туда, сюда, обратно. Так, еще рукавица-то. Почему она не сработает? Блин, я думал, на эти штуки действуют. Ладно, хрен. Твою мать, вот кто собак тут водил. Скот. Короче, тут все мобы другие стали. Все старое. Ладно.
Ключ от сундука. Вот оно что. В общем, эти с красными печатями. С красными печатями. Так, сейчас сбегаем, посмотрим. В натуре. Я думал, рукавица идет. Шу. Ни хрена себе, шу. Короче, нам не подходит этот шу. Похоже, его в рогалика превратили, и все. Будет прикольно, если зал лжи находится прямо в цитадели. Это будет круто. Так, а тут никаких секретных стен нет вообще. Похоже, нет. Так, там сундук. Хрен поймешь. Хрен поймешь. Так, а это куда выход? Я забыл. Снова здесь. О, здорово, чувак. Так, а тут старенькие остались, да? О, вот, рогалик знакомый. Что-то он лагает. Ты чё лагаешь? А эти два челдобрика. Так, сейчас побегаю здесь. Не знаю, потом, может быть, все это
интересно все-таки найти лабораторию. Кстати, три символа этого Антанаса, блин, Арториуса, как это нашел я третью метку, блин, наконец-то. Твою мать, всю игру уже скоро конец, блин. There were three signs left. I found it. There were other refuge rooms. I don't think that anyone made it there. I pray for their souls. Goodbye. Что за компас? Not you again. Leave us alone. Thank you for what you've done for me, friend. Did you do it? It should be safe then. Thank you. I'll meet you there. Где там? Где-то там. Did you find? No. Так, брата не нашел. Сундук заперт. Welcome back. Should know there was a strange beast in front of the citadel. A beast, you say? Do you think it was a new weapon of a deer? I'm not sure. It was different to the lords. This is troubling news. I will send my agents to investigate. Excuse the disturbance. I'll wait for you to return. The most difficult task still lies ahead of you, but did you find out something? A huge beast broke free from the catacombs. Where is the beast now?
in the square of the judges, dead. Could have guessed. Конечно, мы его замесили. Планетарий. Так, вот мы и в лаборатории. Что ты тут делаешь, чувак? I can bring them back. I'm sure I can bring them back. I see you have cleaned up the bodies. This is wonderful. Now I can start to search for a cure. I need space to work. And Talas disagrees, but I know it can be done. There must be a way. So you disagree with Antanas? Yes. Antanas believes that evil can be banished from humanity, but the ones he exorcised, they don't seem to be completely human anymore. There must be another way. What are you researching? All these unfortunate people infested by demons. I have to help them. There must be a way to help them. You promised to give me some potions. I can't do much with a laboratory in a state like this, but I may be able to enhance your potions. Perhaps if you help me a bit more, I could give you even better potions. Help? How? I need more fresh Rogar blood so that I can study its properties. I think I need their hearts. Bring me some Rogar hearts, but I suspect they'll need to be bigger ones than from the Rogar in the monastery. How many do you need? At least four, but the more the better. I'll see what I can find. Thank you. Так, сердце Рогаров. Так у меня же есть эти. Сердца тех челопутов. Welcome back. Do you have the Rogar hearts I asked for? I think I found them. Here you go. Yes, that's perfect. Wait a moment. Now this healing potion is powerful stuff. Give it a try. It's a bit more powerful now. Bring me more hearts, and I'll see what else I can do. Так, ну отлично. Мы усилили свои фляги, судя по всему. Ладно, спасибо, челопут. Ну что ж, друзья, на этом, думаю, завершим сегодняшнюю серию. Пробежались по сайд-квестам, усилили фляги и, в общем-то, больше особо ничего. Всем спасибо, с вами был Дарк. Пока-пока.